Возможно, в космосе вас никто не слышит, но в интернете реакция на трейлер «Чужой Ромул» громкая. «Чужой Ромул» — первый фильм о «Чужом» со времен «Чужого Завет». По впечатляющему трейлеру от 20 марта, кажется, он возвращает франшизу к исходной концепции — космическому ужасу, заставляющему покусывать ногти от страха. Сведений о сюжете мало, но мы знаем, что в «Ромуле» главную роль исполняет Кейли Спейни, и кажется, это душевная история ужасов на корабле и происходит между событиями «Чужого» и «Чужих». Его первый трейлер простой, но эффективный, и все фанаты говорят одно и то же. В общем-то, фанаты «Чужого» в восторге. На X некоторые комментарии называют трейлер превосходным. Может, и длится он всего чуть больше минуты, но это достаточно, чтобы понять основную концепцию. Один из них воскликнул: «Я не думаю, что видел, чтобы лицехват так прыгал. Потрясающе, очень жду это». Еще один фанат похвалил момент с фейсхагером в трейлере, говоря: «К тому же, многие люди отметили, что конечный кадр тизера совпадает с выходом Рипли из лифта в «Чужих», зрительский намек, который заставил фанатов шуметь еще больше, особенно после двух предыдущих фильмов». Многое было сказано о «Прометее» и «Чужом завете», и далеко не все это было хорошо. Они расширяют предисловие фильмов и смотрят на мир шире. Некоторые из их критиков говорят, что это их проблема. Они слишком фокусируются на предыстории, вместо того, чтобы подчеркнуть ужасы. И иногда происходило что-то странное. Смотрите на меня, я покажу, как это играть. Продолжайте, нам неприятно это говорить. Но неоднозначная реакция на эти фильмы заставила многих фанатов задуматься об отказе от франшизы. Тем не менее, судя по трейлеру «Ромула», эти преданные фанаты могут сказать с неполной уверенностью: «Наверное, мы пока не собираемся уйти, да?» Одним из аспектов, дающих фанатам надежду, является выбор Феде Альвареса в качестве режиссера. Сила между «Зловещими мертвецами» 2013 года и фильмами «Не дыши» — это вдохновенный выбор, как сказал один из бывших пользователей. Выбор режиссера «Зловещих мертвецов» Феде Альвареса для съемок «Чужого Ромула» был гениален, потому что ужас элементы и так хорошо выглядят. Я буду там в первый же день. Другой человек сказал: «Трейлер фильма «Чужой Ромул» является еще одним подтверждением того, что Феде Альварес был идеальным выбором для режиссер, который превосходно справляется с созданием напряженных атмосферных ужасов и не боится ужас с кровью». YouTube-фанаты также положительно отзываются об атмосфере трейлера к «Игре ужасов» на выживание 2014 года «Alien Isolation», действие которой происходит всего через несколько лет, после 1979 года. Инопланетянин и сильно опирается на клаустрофобию экипажа, преследуемого ксеноморфом в тесные помещения космического корабля. Вбавок ко всему, у «Чужого Ромула» есть один главный сторонник — Ридли Скотт, который снял «Чужого», «Прометея» и «Чужой завет». Альварес поделился на латиноамериканском саммите гильдии режиссеров Америки, что он отправил копию фильма Скотту, который, мягко говоря, дал ему несколько положительных отзывов. Он входит в комнату и говорит: «Феде, что я могу сказать? Это здорово. Это многообещающее начало новой эры для франшизы, и фанаты, без сомнения, отсчитывают дни до выхода фильма 16 августа».